Сегодня вот мемориальная доска открывается выпускнику нашей гимназии, погибшему, героически награжденному орденом мужества, выпускнику, который в сердцах все-таки остается наших выпускников и наших педагогов. Конечно, это урок для будущего поколения, для наших ребят, которые воспитываются в нашей стране, и такие люди будут являться примером для подражания. Гибель наших выпускников — это большое горе для нас. Но мы, как люди военные, это понимаем, что все-таки мы учимся и готовим себя, каждый себя готовит для того, чтобы быть готовым к выполнению поставленных боевых задач. Вот особенно сейчас, в наше неспокойное время, когда у наших границ подняла голову эта фашистская гидра, которую необходимо уничтожать. Поэтому очень важно и память о всех наших парнях, которые погибли при исполнении воинского долга, мы храним и чтим эту память.